Католики всего мира отмечают один из самых главных праздников – Рождество Христово. Накануне, в сочельник, все католические протестантские семьи собрались за праздничным столом с традиционным гусем и рождественскими пряниками. А в Ватикане, в базилике, в храме Святого Петра прошла главная месса Папы Римского. Духовный лидер католического мира, Папа Римский Франциск, провел праздничную мессу в самом большом христианском храме в мире. В конце службы он заявил, что сегодня миру нужна чуткость. Кстати, в одном из мексиканских городов местной церкви тоже празднуют Рождество по-особенному. Здесь соорудили гигантскую скульптуру младенцу Иисусу Христу. Памятник высотой в 5 метров и весом в 500 килограммов стал поистине символом Рождества. И посмотреть на творение пришли тысячи горожан. Рождество – день особенный, поэтому и мне захотелось создать скульптуру особенной. В космосе астронавты тоже отмечают рождественские праздники. Российский экипаж Международной космической станции накануне отправил видеосообщение с пожеланиями. Борт-инженеры Елена Серова, Антон Шкаплеров и Александр Самокутяев нарядили елку. И, кстати, поделились, как они накроют стол на Новый год. Помимо фруктов, космонавты захватили с Земли баночку черной икры.